Господи, каждый день вы в театре, но момент не помните. What's wonderful about Stanislavski is his common suffering humanity, of just being in a struggle to make connections between people. He's bringing many strands together and to form something that he thought was full of life. And what's very moving about Stanislavski was the fact that he named Meyerhold as his natural successor and that he was going into collaboration with Vakhtangov. He wasn't territorial or suffocating. He wanted to share things with people and pass things on and transmit people. And that's what inspires me in him. It's his spirit, not his cleverness. Упрямый наверняка был страшный человек. Поэтому мы так много о нем говорим. Мы все время хотим какую-то полку найти. Совершенно это не нужно. Неважно вообще, что он говорил. Просто нахождение с ним в одном поле – это уже важно. Для меня самое главное, что он сделал, он написал книжку, которая называется «Этика». Это такие законы, законы внутренней жизни театра, и они связаны очень с выбросом во внешний мир. Я не использую эти инструменты, которые мне подсказывает Станиславский. Я по-другому делаю. Когда я педагог, я это помню. Вот я бы так сказал. Я это помню. Но при этом я помню и другие имена. И Мейерхольда, и Вахтангова, и Таирова, и Брехта. Потому что, конечно, создавая открытие драматургии или драматургического какого-то языка, стиля, это связано, конечно, с появлением нового и режиссерского языка. Это как бы театры. Шекспир, Брехт, Мольер, Чехов.